Европарламент начал расследование в связи с обвинениями в контактах латвийского евродепутата Татьяны Жданок со спецслужбами России. Президент Европарламента Роберто Мецола также поднимет этот вопрос на конференции председателей, на которую соберутся президент Европарламента и лидеры политических групп. Тем временем сама Татьяна Жданок рассматривает возможность обращения в суд против СМИ, подготовивших публикацию о ее возможном сотрудничестве с ФСБ России.